не относящийся к теоретической физике. Вот. Но чтобы не пропустили, вот, там, есть такое понятие, это к замдеканскими делами связано. Есть такое понятие, как целевые группы в ЦАГе. Это группы, там, конкретно занимающие там, аэродинамикой ракет, там, у них будет в ближайшее время новый набор, потому что те, которые в них, как сказать, участвовали, они выпустились уже. И что дает участие в целевой группе? Это все расскажут на собрании, которое этому посвящено. Оно будет, там в объявлении написано, 16 в 18.30 для всех желающих, приглашаются студенты 3-6 курса. Но, среди прочего, там денежку платят. Это. То есть вы там ходите, и сколько-то там тысяч рублей, там написано тут есть. Есть вот тут вот на объявлении, которое вот здесь, есть положение о целевых группах ЦАГИ. Так что те, кто заинтересован, вы посмотрите положение, посмотрите объявление, если вам интересно, приходите. Собственно, все.